мы двигались в сторону повышенного засоления, и вот нами обнаружен саксаул, который был до того, как здесь возникло море. То есть это старый саксаул. До того, как здесь было море, здесь уже были когда-то заросли, была суша. То есть это море циклически появлялось и исчезало. Это как минимум. Ну вот да, тут поправляют ученые, что это одна из версий. Для меня это факт, потому что, ну вот, в общем-то, видно прекрасно, что это корень, который старый, который очень глубоко идет. Не корень даже, а дерево, ствол дерева. Было бы интересно взять образец и отдать на исследование, сколько лет этой древесине. Ну, может быть, мы возьмем образец? Может быть, возьмем образец? Я ж в Питер поеду. Вдруг там где-нибудь, хотя бы просто дам в институт. Ну, в общем, мнение ученого говорит о том, что это все-таки саксаул. Ученого-лесовода мнение говорит о том, что это саксаул. Различная трава, которая питалась его перегнившими остатками. Анализ. Грунт на анализ из-под вот этого саксаула.